Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Задумывались ли вы когда-то, что вода, которой вы умываетесь, моете волосы, и эта же вода портит чайники, стиральные машины? А почему? А потому что она жесткая. Поэтому сегодня я вам расскажу про профессиональный смягчитель для воды от Elan. Первая функция – это, конечно же, смягчение воды за счет компонента дисодиума ДТА. Что он делает? Он связывает ионы двух валентных металлов и тем самым делает воду безопасной и мягче, так как у нас pH кожи 5,5. А вода в среднем, мы сейчас, конечно же, проверим pH, но будет где-то 7,5, а иногда доходит и до 8. И вторая функция – это обеззараживание за счет коллоидного серебра. Таким образом, ваш сосуд, где вы наливаете свою воду, он не будет у вас зеленеть, желтеть, а также коллоидное серебро успокаивает и восстанавливает поверхность кожи. Сейчас с вами сделаем небольшой эксперимент. У нас обычная вода из-под кулера, и берем два pH-теста для того, чтобы 100% у нас была вероятность. Один по уточненной шкале и один pH обычный. Опускаем. pH воды сейчас около 7. Для того, чтобы наглядно увидеть, как работает наш концентрат, мы повысим pH данной воды. Возьмем даже просто обычную осветляющую пудру и растворим в воде. Сделаем замер снова. И видим, что наш раствор стал около 9-8,5 pH. Для наглядности возьмем фенофталин, это pH-индикатор. Если у нас в данном сосуде щелочная среда, то вода станет малинового цвета. Нам свечка, кстати, в этом опыте не нужна, и мне кажется, она очень странная. По мере того, как вода будет становиться мягче, наш цвет должен превратиться в белый. Вот сейчас мы берем смягчитель воды и начинаем его наливать. Для интереса можем сделать замер pH. И видим, что pH нашей воды стал около 6-6,5. Как использовать смягчитель? Вы просто берете свою баночку с водой, которую вы используете, капаете сюда на 100 мл 5 капель. Здесь у меня 80, поэтому я капаю 4. Перемешиваете. И ваша вода готова к использованию. Вы можете выполнять все обычные процедуры, как с обычной водой, только более смягченной, и также она имеет очень приятный запах, и что отметят все ваши клиенты. Надеюсь, информация для вас была полезна. И, кстати, у меня для вас есть конкурс. Просто напишите в комментариях, что вы хотите получить в подарок смягчитель для воды. И уже в следующий четверг я рандомно выберу двух победителей, и мы для вас отправим новинку. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, и до следующего четверга!